Это тот случай, когда прогулка в парке носит исключительно деловой характер. Гости дендрария на этот раз – первые лица города. Со смотровой площадки видно и сам город, и башню на горе Ахун, и начало Кавказского хребта. Минута восхищения сочинскими красотами завершается замечанием мэра о канатной дороге. Состояние, оно может быть намного лучше. Поэтому вместе с Павлом Витальевичем организуем работу, чтобы здесь была соответствующая и внешний вид, и ночная подсветка, и облик. Сегодня к услугам гостей дендрария электромобили, которые не вредят природе. Такая экскурсия позволяет увидеть всю коллекцию парков, которая больше 1800 видов растений. У нас есть уникальная возможность. Да? Все всегда борются за туристические потоки. Многие руководители всегда создают определенные условия, чтобы народ ехал. Вот вместе с национальным парком создайте условия, посмотрите. Есть запросы жителей, огромное количество детей, огромное количество пожилых людей, которым нужно проводить просто время на воздухе. Но не просто ходить, а здесь должны быть какие-то активности. Насыщенную экскурсионную культурную программу предлагает дом-музей Худякова. Судьба виллы «Надежда» долгие годы была печальна. Она успела побывать и складом, и госпиталем, и конторой. Пережила пожар. И вот после реставрации принимает гостей. Как вас дела? Здравствуйте. Спасибо. Ничего, живые. Ага. Еще не замерзли. А вот на площадке перед башней на горе Ахун тихо. Туристы в последнее время здесь надолго не задерживаются. Эксперты признали аварийной одной из главных достопримечательностей Сочи – башню на горе Ахун после ЧП. Молния попала в здание летом 2019 года. После этого башню закрыли для посещений. Несмотря на это, гости города все-таки находят время, чтобы побывать на горе. Сказали, что не работает сейчас. Жаль. Когда откроется башню, обязательно приедем, посмотрим. К сожалению, сейчас реставрируют. Уже с июня месяца туда невозможно попасть, увидеть красоту города. Вот. Но, думаю, в скором времени она станет лучше, и туристы будут только радоваться. К новому курортному сезону башню должны привести в порядок. Каркас мы частично тоже укрепим в рамках работ по укреплению башни, то есть таких вот срочных работ. Это устройство нового молниеотвода, значит, который необходим, стянуты армопоясами, значит, аккуратными такими, будут тоже два верхних яруса. Вот это по рекомендации, опять же, проверяющей этой организации, стянуты два верхних яруса, чтобы препятствовать упадению камней. А как только мы проведем все специфические мероприятия по улучшению укрепления всей несущей конструкции, и мы вместе с горожанами, с теми, кто здесь занимается системой туристической отрасли, поднимемся и откроем. Объем и порядок работ уже известен. Сейчас ведутся переговоры с подрядчиками. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.